Всем привет, ребята! Сегодня будем смотреть классический таро расклад мысли, чувства, действия. Этот расклад подойдет и мужчинам, и женщинам. Ну, по крайней мере, я постараюсь так рассказывать. Но, конечно же, я вам напоминаю, что это общий расклад, он не ваш личный. На дне колоды у нас десятка кубков, счастливая семья, прекрасное дно колоды. Напоминаю, что расклад этот общий. Он резонировать будет с вами в той или иной степени, но точно, что не 100%, ребята. Я вас благодарю всех, кто пишет, что вот 100%, 100% про меня. Я очень рада, девочки и мальчики, я очень-очень рада. Но все-таки помните, да, что вы сейчас находитесь в аудитории. И это расклад как бы для всей-всей аудитории. Итак, смотрим мысли, чувства, действия. Причем смотрит меня, если вы мужчина, если вы женщина. То есть в любом случае, да, я буду говорить как бы, ну так, двупола. Двупола. Классический расклад. Так, смотрим по три карты. Я очень люблю триплеты. Мысли, чувства и триптих действия. Мои клиенты постоянные знают, что я очень люблю именно триплеты. Угу. На дне колоды отшельник. Кто же из вас, интересно, отшельник? Мудрые вы, в энергии знака зодиака, девы. Или вы, или ваш человек, которого вы спрашиваете, что-то есть в деве, солнце, луна, асцендент, либо энергия девы. Энергия девы – это энергия поиска себя, поиска знаний, поиска отношений в том числе. Итак, мысли. Ух ты, а карта почему-то даже перевернутая у нас вышла. Человек очень много работает, очень много думает о работе, печалится сейчас и обессилен. Обессилен. Может быть, что как раз сейчас, в данный момент, ваш человек на работе работает и обессилен. Карту «Сила» я обратно перевернула. Хотя, да, вот она изначально была так. То есть человек обессиленный. Давайте попробуем чем-то перекрыть ее. Колесницей пошло движение. Отлично. Он обессилен, потому что может сидеть, не двигается. Или в машине даже, может быть, да, тоже работает, но вот не двигается. В плане тела его не двигается, даже если он сам в пространстве перемещается. Человек печалится. Много работы. Чувства. Опять работа. Ну, ребята, и в чувствах сейчас у него работа. То есть он сейчас и думает работу, и чувствует работу. Карта «Мастер», «Королева мечей» и «Фортуна». Это, возможно, вы. Если вы мужчина, то вы вышли у меня мастером. Если вы женщина, то вышли королевой мечей. Что это значит? Что карта мастера – это вообще может быть абсолютно любая профессия у мужчины. Возможно, работает руками, но не обязательно. Но больше, да, руками, чем женщина. Вот женщина точно работает интеллектом. Это точно. И фортуна, да, то есть желание изменить ситуацию. Вот как раз колесница и фортуна, они в данном раскладе, знаете, в одной энергии. Да, то есть желание перемен, колесница и колесо. Видите, то есть чувство мысли совпадает. Человек хочет поменять ситуацию, действие. Вот он будет действовать, он будет ехать, видите, рыцарь на коне. Будет праздник. Если вы мужчина, то вы приедете с чувствами, с признаниями, возможно, в любви, и будете праздновать со своей любимой женщиной. Если вы женщина, то ожидаете, скоро ваш любимый к вам приедет. Вот такой получился коротенький экспресс, понимаете, то есть быстрый поезд. Кто-то, может, на поезде, правда, приедет. А кто-то, ну, конь, конечно, там автомобиль, но вот по карте двойка жезлов, да, кто-то может даже на поезде приехать, у кого-то даже иностранец, может быть, мужчина. На праздник. Либо этот день, когда он приедет, будет праздником. Но если у вас, например, день рождения скоро, да, то это на праздник. Может быть, на какой-то другой праздник, например, по цифре 3, по тройке кубков троица. У нас, в принципе, скоро уже троица. То есть следующий праздник, либо воскресенье, либо ваш день рождения, ваши именины, еще какой-то ваш праздник, личное окончание чего-то, может быть, какой-то диплом получили. Либо это троица, это может быть другой религиозный праздник вашей конфессии, религии. Либо просто, что человек, когда приедет, это будет праздник, какой бы это ни был день. Пусть ваш каждый день будет праздником, будьте счастливы, будьте радостны, светите, любите. Всех благ, ребята. Мой номер телефона указан в описании под этим видео, в комментариях. Вы можете сказать свой личный таро-расклад. Будьте счастливы. Всего доброго.